Одним из любимейших мест отдыха кызылординцев является городской парк культуры и отдыха. Досуг горожан здесь стремятся сделать лучше и максимально интересным. В 1893 году на Всемирной ярмарке в Чикаго впервые было запущено первое в истории колесо обозрения. И с тех пор этот аттракцион есть почти в каждом городе. Он также пользуется большой популярностью и среди кызылординцев. С высоты птичьего полета вы сможете насладиться всей красотой Кызылорды. Свыше 80 аттракционов. Есть безобидные детские карусели, чашечки, паровозики, а есть и десяток для любителей экстрима. Как вы видите сейчас, это орбита, американские горки и пират, на котором сейчас мы сидим. Но какие самые популярные среди наших кызылординцев, давайте же узнаем. В парке все классно, очень нравится, чисто. Мне нравятся аттракционы «Пират» и «Американские горки». Мне в парке нравится, потому что здесь в основном развлекаются дети. Больше всего люблю аттракционы. От них я получаю адреналин. Ведь страшно же, я очень часто приезжаю с семьей сюда. Сегодня приехали в парк в честь дня рождения сына. 5 лет исполнилось, здесь очень нравится. Дети катались на машинках, в большом автобусе и корабликах. Каждую неделю привозим детей и внуков. Нам очень нравится. Очень хорошее обслуживание. Жалко, что в городе только один такой парк. Хотелось бы, чтобы открыли еще. Раз в месяц с семьей приезжаем в парк. Конечно, нам нравится здесь. Больше всего жители катаются на каруселях, американских горках, пирате, зигзаге. На выходных много народу. Цены приемлемые. Я не так часто бываю в парке, но порой приезжаем с друзьями, поднимаем настроение. В целом, состояние парка хорошее, нам нравится. Воздух другой, чище, можно встретить много знакомых. Большинство катаются на пирате, другими словами, хотят получить адреналин. Сам катался, вначале было страшно, а сейчас уже привыкаешь. Цены тоже по сравнению с другими городами приемлемые. Городской парк культуры и отдыха работает с мая по сентябрь. Здесь действует свыше 80 аттракционов. Каждую неделю для жителей устраивают разного рода развлекательные и культурные мероприятия. С 17:00 вечера до 12 часов ночи парк бесперебойно работает до последнего клиента. В основном приезжают жители из сельских местностей, студенты, семейные с детьми. Парк не пустует. Самые популярные аттракционы – это пират, сюрприз, американские горки, цепочки. Для детей до 3 лет есть безопасные карусели. В целом у нас предусмотрены аттракционы для всех возрастов. Уже приближается конец лета. Остался последний жаркий месяц, но тем не менее от жителей нет отбоя. Каждый вечер парк бесперебойно работает и радует наших жителей. Их главная задача – обеспечить полную их безопасность, чтобы отдых был только в радость. Какие еще есть популярные места для отдыха кызылординцев, расскажем в следующих сюжетах. Амина Усенова, Рамазан Джусупбек, Аслан Музарапулы, телеканал «Кызылорда».